Так, ребятки, молодцы, с хорошей игрой, хорошей, эмоциональной и правильной. И правильно, многие вещи делали очень правильно, то, что нам надо. У нас есть еще, конечно, вопросы, но уже мы идем все лучше и лучше играем. Это здорово. Молодцы, с победой. Да, мужички, хорошая игра, хорошая победа. Считаю, от игры к игре прибавляем в обороне. Поэтому у нас сегодня хороший результат. Красавцы, да, спасибо. Спасибо. Ловили на себя всю игру, поэтому давайте продолжать. Все, на духе, давайте. Раз, два, три. Да, на самом деле, спасибо команде, да, много ловить на себя шайб. Самое главное, конечно, не сухие игры, а победы, они к нам потихоньку приходят. И надо с каждой игрой добавлять, что мы стараемся сделать. Вот, особенно стараемся добавить в обороне. Это у нас компонент тоже потихоньку получает налаживаться. Отсюда и, наверное, возможно, и меньше пропускать стали. Потихонечку, надеюсь, с нашей игрой станет все лучше и лучше. Все единым коллективом, кулаком, да, выполняют игровое задание и приносят результат. Ну, выиграть, конечно, приятно, и хорошо, что выиграли три игры подряд, и сейчас тяжелый выезд, но, в принципе, три игры – это не так много, у них такая длинная серия, поэтому нужно продолжать, ни в коем случае не расслабляться. Миша, а игроки вообще смотришь турнирную таблицу сейчас? Ну, естественно, мы переживаем, да, и как бы не то место, на котором мы хотим быть, и нужно добавлять и добавлять. Я бы еще спросил про Зинду Хайдаровича, он поменялся вообще за эти 3,5 года? Да, я думаю, даже помолодел, наверное, кого-то, да? Да нет, на самом деле не поменялся, да, каким был, таким и остался. Честность, дисциплина, труд, все.